Вот такой вид перед самим отелем. Ходить некуда, находится он в пустыне. Рядом есть вот такие вот магазинчики. Вон целый ряд их. Там сумки купить, какие-нибудь шлепки, сувениры и так далее. И также находится какая-то клиника и аптека. Аптека, к слову говоря, достаточно бюджетная. Затариваем и закупаем здесь с собой разные медикаменты по хорошим ценам. Ну и так выглядит вход в отель. Стандартная классика Египта. За вот этим забором находится пустыня. Вот мы что там вдали видно. Повторюсь, выходить из этого отеля некуда. Вот такой вот альбатрос. Вот такое фойе. Вот там дальше находится бар, который работает по ночам. Там платный бар в той стороне. Ну и, собственно, само ресепшн. На входе, кстати говоря, когда заселялись, все сумки прогнали через... На входе, когда заселялись, все сумки прогнали через поисковик, как в аэропорту. Посмотрели на предмет запрещенных веществ и всего прочего. В общем, думают о безопасности. И здесь, к слову говоря, очень удобные диванчики и кресла, в которых можно посидеть. Из очень приятного материала. Первый бассейн. Во всем отеле получается четырехэтажный номерной фонд. Но первый этаж не первый, а нулевой. А четвертый этаж третий. И на первом этаже в виде бонуса вот такой вот быстрый выход к воде. И очень классные газоны. Зеленая трава. И можно выйти сразу плюхнуться в бассейн. Это бар. Он работает днем. С 10 утра до где-то 5-6 вечера. Напитки, коктейли, пиво. Двухкомнатный номер с видом на бассейн. Сейчас выходить не буду, завтра покажу. Приходим, а тут такая красота. Сделали из одеяла и полотенец лебедей. Настольный теннис с патентом. Ну, да, небольшая сетка, открывается такой. Даже горку вон есть, где слоника можно съезжать. А там вон, видите, жабы, вторая горка. Тоже можно съезжать, но никто не катается. Ручки. Здесь животное полугоняет. А вот там море.
бассейн. Хорошо прогревается. Даже мини-горка есть. Там настольный теннис. Здесь водное поло, рубимся. Еще один детский бассейн. Они вот с этой водой любят играть. Там акваэробика. Очень вкусно зеленые пирожные. Very good. Всегда много всяких сладостей, вкусностей.
Детский уголок. Вдали, за территорией отеля, горы, а тут песок, пустыня, просто настоящая пустыня, причем валяется как остатки какого-то строительного мусора, так и какие-то покрышки от колес и прочее. Очень много долгостроев и недостроев. Вон стоят два брошенных здания. Гид сказал, причины две. Первое – это финансовый кризис. Второе – берут кредиты и пропадают. Вместо стройки. Такие дела. Море хорошее тем, что очень прозрачное, очень теплое, по крайней мере на мелководье прогревается. Вот, но есть один минус. Вот это пляж. Мы от него метров 15. И вот так вот надо идти долго-долго-долго. Вот до туда, где практически заканчивается понтон. То есть, что ты по понтону в воду идешь купаться? По вот этому мосту длинному. Тут ты вот так идешь в воду купаться. По понтону удобнее. Но залазить и вылазить по лесенке. Очереди практически никакой нету. Но там есть огороженное место для купания. И купаться можно только в этом месте. Заплывать не разрешает, начинает свистеть. Хотя кто-то вон заплывает.
Поэтому проще заходить в каком-то плане отсюда. Нагуляешься, находишься водичкой. Чуть-чуть, может быть, охладишься ногами. В каком-то смысле малышам здесь будет классно. Потому что глубина небольшая. Начинается песок, заканчиваются кораллы. И можно здесь в воде плескаться, играться и так далее. А для того, чтобы купаться, надо все дальше идти на глубину. Пляж вон там. Снова начинаются мертвые кораллы, как возле берега местами они есть. Глубина уже мне чуть выше, чем по колено. А понтон, с которого заходит купаться в воду, очень даже рядом. То есть мы дошли практически до него. Там по шейку мне. Вот опять мель, потому что иду по старому кораллу. Опять поглубже, потому что коралл закончился, начался песок. Песок тоже со всякими мелкими, мертвыми кораллами, ракушками. Я хожу в кроксах. Без тапочек купания, без кроксов. Может быть, конечно, кто-то и ходит, но не совсем удобно, потому что все-таки достаточно острые попадаются ракушки, остатки камней и так далее. Лучше ходить в защитной обуви. Ну вот, закончился у нас старый мертвый коралл. Начинается большой участок, достаточный. Ну, по крайней мере, 5 на 5, может быть, даже 7 на 7 метров. Без кораллов. Песок. Маленькие волны на этом песке видны. И мы стоим как раз практически напротив понтона, с которого заходит купаться. Ну, не понтон, пирс. Специальный пирс для купания. Правильнее будет так. Вот есть огороженный участок возле этого пирса. Там сидит лайфгард, сотрудник, который смотрит за тем, чтобы была безопасность на воде. И когда кто-то заплывает за обозначенные пенопластом и спасательными кругами территорию, он начинает свистеть. Мол, возвращайся обратно, заплыл в ненужную зону. А если человек купается здесь, как я зашел, либо как вот там люди плавают с масками, или здесь, к ним претензий у него нету. Он им не свистит, никуда их не зовет. То есть, пожалуйста, плавай сколько хочешь. Вот здесь очень приятная вода, она теплая. Можно уже поплавать. Плаваем. Ну, вот такая вот высокая прозрачность воды. Классно. Можно просто побалдеть. Да, к слову, получается, когда будет отлив, он, собственно, будет, то здесь будет еще меньше. И купаться здесь будет менее классно, чем сейчас. Это тоже надо учитывать. Ну и вот, собственно говоря, заканчивается снова песок и снова начинается старый коралл.